Привет всем. Так, что у нас по новостям? У нас тренировки. О, пукли застрял. Опа. Сегодня тренировки на сотике. Так он, конечно. Зимой его сделаем красивым, опять нарядным. Будет как новенький. 110-ик готовится к поездке. Попозже расскажу, что за поездка, куда мчим и что с ним сделано. Ну, он полностью проходит обслуживание, ребилд. Прям его прям в порядок приводит. Ну, работать долго и сложно. Пожрать надо перед тренировочкой. Вот, я уже не первый раз с ним обращаюсь. Red Carrot, правильное питание. Глазами шеф-повара вот написано. Ну, вот, завтрак я просрал. Ну, я не завтракаю просто так рано. Обед почти просрал, но я вот все до 4 хоть покушаю. Ну, и там еще какая-то жидкость. Тоже завтрак. Так, поедим в походных условиях на багажнике сотика. Что стола нету, ничего нету. Макарошки. Ну, макарошки такие пресненькие. А вышел прикольный салатик. Такой, прям, я даже не могу сказать, что это. Ну, вкусный. Вот еще бутербродики. С рыбкой. Вкусные. Короче, такая история. Короче, кто хочет правильно питаться, тому в Red Carrot. То есть они мне почему-то рассчитали на 2200 килокалорий. Я так понял. Ну, весь дневной рацион. Так, ну а вот 110. Так, приводим его тоже в порядок. Так, эти фендера надо заменить еще. Обзавелись каркасом безопасности. Именно его я заезжал, покупал в GS, кто помнит. Потому что место, куда он отправляется, каркас безопасности нужен. Также под замену идет один рычажок задней подвески. Вот этот вот. Мне его перел на одной из тренировок выбил как-то. И люфтит вот этот вот шесс. А этот согнулся. Ну да, подрегулировали и походил немножко. Ну сейчас надо все ноги поставить, все заменить, все что. Кстати, вот второй, у него вообще люфта нет. Вот первый появился из-за удара, скорее всего. Потому что у второго вообще нет. Хотя машина, я говорю, блин, она работает просто. Тьма. Так, пластик в порядок. Выводим крепление, бамперок повесим, будет с бампером уже ездить. И в переклейку его весь. Так, сегодня у нас тренировочки на сотке. Занятие очень неплохо. Даже очень даже, я бы сказал, неплохо. Учитывая, что вообще нету опыта у человека. То есть он раньше не катался. Ребятки, вы мне все пишете. СДЧ. 110-й марк, это школьная машина. Какой ей СДЧ? Она не мощная, она ровно там стоковых сил. Она создана для обучения, но никак не для соревнований. Поэтому смысл на ней соревноваться. Но направление верно. Примерно в ту сторону. Вадим. Ага. Когда жена у тебя говно, шляется где-то непонятно где, дома не появляется, приходишь домой, мужу приходится как-то выкручиваться.